Симферополе ко Дню народного единства появилась карта России, выполненная из металла. 15-тонный арт-объект выковали мастера из разных регионов страны и установили в парке Тренёва, республиканской столице. Его размер 10 на 4 метра. Карта поделена на сегменты. Каждый регион Российской Федерации венчает визитная карточка. Для дополнительного распознавания субъекты пронумерованы кодами автомобильных номеров. На карте можно рассмотреть тигра с бобровым хвостом и перепончатыми лапами, герб Иркутска, мамонта из Магаданской области, медведей с разной атрибутикой и другие символы российских регионов. Кузнецы со всей страны делали эти миниатюры на протяжении вот фактически полугода. То есть, скажем так, и получилось замечательно. Я ковал эмблему нашего вот Кольского полуострова. Соответственно, там цифры региона выполнены из стилизованные под наши камни с петроглифическими изображениями. В деталях представлен и Крымский мост. А на контуре самого полуострова – Ласточкино гнездо, Судакская крепость и памятник затопленным кораблям. Я ковал на карту Крым. 82-92 регион. Там вот такая же жемчужина, только в литье бронзовая. Здесь все достопримечательности Крыма собраны. Так как карта большая, а Крым маленький получился, я сделал, что Крым – это жемчужина России. Карту начали создавать на Всероссийском кузнечном фестивале «Время Крыма». Сейчас она еще на стадии доработки. В окончательном виде художественная композиция будет выполнять еще и роль солнечных часов.